Представляю 20 интересных фактов о Греции. Греция – государство, расположенное на юге Европы. Страна занимает в мире 95-е место по площади. Почти 1500 островов, занимающих 21% всей территории, входят в ее состав. Из них только 15% заселены, а остальные, как правило, пустуют. Столицей является город Афины. Парад наций на церемонии открытия каждой Олимпиады по традиции начинает делегация Греции, как страны родоначальника Олимпийских игр, а заканчивает делегация государства, где проходят игры. Еду в Греции можно разделить на два вида – мяса, рыба и кофе. Мясо в Греции готовят не очень, а вот морская кухня напротив, на высоте. Также известный в России греческий салат у самих греков называется деревенским. И по составу, и по вкусу он очень сильно отличается от того, что готовят в России. 99,9% греков крещенные. Крещение считается большим событием в семье и среди близких друзей, празднуют это событие обязательно. Если вы увидели, что грек цокнул языком и сделал движение головой вверх, то это значит, что он сказал «нет». Такая вот интересная особенность. Выражение «взять быка за рога» происходит из греческого мифа о Геракле, в котором он спасает Крита, сбесившегося быка, схватив его за рога. Около 7% мрамора, производимого в мире, добывается в Греции. Семьи в Греции очень большие, средних размеров гулянка собирает 200-250 человек родни и друзей. Врачей в Греции очень и очень много, а особенно много кардиологов, окулистов и стоматологов. Самая высокая гора в Греции – это Олимп. Именно она считается местом, где жили древнегреческие боги. Высшее образование в Греции очень дорогое. Многие греки, чтобы сэкономить, часто уезжают учиться в другие европейские страны. Цены на недвижимость с начала кризиса очень упали. Можно купить двухэтажный шикарный дом на побережье моря, квадратов этак на 500-600 по цене двушки в Москве. Если будете в Греции, то обязательно торгуйтесь на рынках, можно значительно сбавить цену раза в два. В Греции живет самое большое количество видов диких животных в Европе. Здесь обитает 107 видов различных рыб, 240 видов птиц, 116 видов млекопитающих, а также 18 видов амфибий. Футбол является национальным спортом Греции. Кстати, наибольшую популярность он набрал после победы сборной Греции на чемпионате Европы 2004 года. Греция обладает наибольшим количеством археологических музеев в мире. Греки очень любят фастфуд. Популярный здесь сувлаки представляет собой подобие шаурмы, содержит большое количество мяса и употребляется с жареной картошкой фри. Греческий фастфуд самый качественный в Европе. С середины января по март в Греции ежегодно проводятся карнавалы. Этот период считается лучшим туристическим сезоном, ведь страна предстает перед путешественником в совершенно новом облике. Любимым празднеством греков является Пасха, который предшествует 40-дневный пост. Последняя неделя Великого Поста характеризуется большим количеством служб в церквях. Греция считается родиной математики, потому что именно греки первыми начали ее преподавать. Все труды, написанные первыми греческими математиками Архимедом, Евклидом, Пифагором и Аполлоном, стали основой школьных учебников. Понравилось видео? Тогда рекомендую посмотреть ролики про топ-7 причин повышенной утомляемости и 20 интересных фактов о России.